В Новом Завете есть определенные места, часто целые главы, в которых концентрированы и подчеркиваются какие-нибудь отдельные истины. Например, 11 глава послания к евреям целиком говорит о вере, и потому мы ее называем главой веры. 13 главу 1 послания к Коринфянам мы называем главой любви, потому что она, как никакое другое место Библии, говорит о любви. Или возьмем учение о воскресении мертвых, об этом подробно говорится в 15 главе 1 послания к Коринфянам. А если вы желаете узнать о действии и законе Духа, то об этом вы найдете в 8 главе послания к Римлянам. Вопрос о дарах Духа апостол Павел, исчерпывающий, разъясняет в 12 и 14 главах 1 послания к Коринфянам. А в разбираемой нами четвертой главе первого послания фессалоникийцам и в первой части пятой главы говорится о втором пришествии Иисуса Христа. Сегодня с Божьей помощью мы начнем разбор этой части послания фессалоникийцам. Заметьте, как в каждой из пяти глав этого послания Павел затрагивает истину о втором пришествии Христа. Каждая глава кончается этим предметом Например, первая глава заканчивается так. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с неба Сына Его». В 19 стихе 2 главы мы читаем, «Ибо кто наша надежда или радость или венец похвалы? Не и вы ли перед Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его?» Дальше последний стих 3 главы гласит так – чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». В 4 главе, то есть в нашем тексте, начиная с 13 и по 18 стихи, описано детально о втором пришествии, и, наконец, в 23 стихе 5 главы Павел опять упоминает о пришествии Иисуса Христа. Так что в каждой главе апостол Павел касается этой важной истины. Во время своего короткого пребывания в Фессалониках, когда Павел впервые прибыл в этот город с благой вестью, успел он преподать только главные и основные истины христианства – молодой, только что родившейся церкви. Говорил он им и о том, что Господь Иисус Христос вернется на эту землю во второй раз. Однако о подробностях второго пришествия он, видимо, не успел им сказать. И вот год позже он им пишет это послание. А за время этого года некоторые верующие в Фессалониках умерли, одни по естественным причинам, а другие ушли в вечность мученической смертью. Зная только начатки учения о втором пришествии Христа, верующие в Фессалониках скорбели о умерших, думая, что они не примут участие в тысячелетнем царствовании с Иисусом Христом здесь на земле. Они понимали так, что те, которые умерли до пришествия Христа, не будут царствовать со Христом здесь на земле, когда Он вернется во второй раз. И вот, когда Тимофей, посетив их вернулся и рассказал об этом Павлу, Павел написал им это послание. Нам известно, что послание фессалоникийцам было первое послание, написанное апостолом Павлом. Поэтому это первое учение в Библии относительно восхищения церкви земли. Правда, сам Спаситель учил об этом во время своей земной жизни, о чем мы читаем у четырех евангелистах – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Однако эти четыре Евангелия были написаны позже, после того, как апостол Павел написал свое послание фессалоникийцам. И вот в этом первом послании, вошедшем в канон Священного Писания, в подробности говорится именно об этой важной и основной истине христианства, что Господь Иисус Христос восхитит свою церковь и вернется на эту землю, чтобы здесь царствовать с нею тысячу лет». Итак, дорогие друзья, начнем разбор этого места 4 главы 13 стихом, где сказано так. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как другие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших в Иисусе Бог приведет с ним, Ввиду того, что истина о втором пришествии весьма обширна, нам придется продолжить эту беседу в течение нескольких недель. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении». Несколько раз в Новом Завете мы встречаемся с этим выражением, и всегда оно относится к верующим. Например, в первом послании Коринфянам, 12 глава, начинается этими же словами. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Сколько, например, невежества и заблуждений по поводу этого вопроса о духовных дарах. Поэтому как важно знать, что говорит Библия относительно этого. Не потому ли мы заблуждаемся, что мы неправильно информированы в том, что говорит Слово Божие об этих истинах. В книге пророка Осии сказано «Истреблен будет народ мой за недостатка ведения». Почему так важно знать, например, о втором пришествии Христа? Мой друг, ты не можешь сказать, что это тебе безразлично? Чада Божий не может так относиться к этой истине. Вам известно, что о втором пришествии Христа в Библии предсказано больше, чем было предсказано, например, в Ветхом Завете о его первом пришествии. 318 раз в Новом Завете ясно и определенно сказано, что Иисус Христос придет во второй раз. Видите, дорогие друзья, мы не можем быть пассивны к вопросу о пришествии Христа, так как оно связано с нашим спасением. И дальше его пришествие должно служить для нас главным, побуждающим к святой жизни фактором. Слушайте, ибо всякий, имеющий сию надежду на него, говорит апостол Иоанн, очищает себя, как он чист. Дорогие мои, если Дух Святой нашел нужным придать такое важное значение этому учению, уделив ему так много места в Библии, то не следовало бы нам более усердно его изучать. Нет причины, чтобы мы остались невеждами о столь важной и чудной истине. Трижды апостол Павел в 4 главе своего послания фессалоникийцам обращается к ним со словом «братья». В начале главы, в 10 стихе и в 13 стихе. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении». Эта истина относится к братьям, то есть к спасенным, детям Божьим. Невозрожденный человек должен знать о первом пришествии Христа. Ему нужны основные факты о том, почему Христос пришел две тысячи лет тому назад, первый раз на эту землю. Об этом пришествии мы должны сказать грешнику. Почему? Потому что первый раз Христос явился для уничтожения греха жертвой Своею, как говорит Слово Божие, чтобы поднять грехи многих. Во второй же раз он явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Вот об этом первом пришествии мы должны говорить тем, которые еще не приняли голговскую жертву Спасителя для своего искупления. А верующим мы возвещаем радостную весть, что Иисус Христос придет во второй раз и восхитит свою церковь, а потом вернется со всеми святыми своими и будет царствовать здесь на земле тысячу лет». Нам Слово Божие говорит, утешайте друг друга этими словами. Какое чудное утешение мы имеем в этой истине. Да, мы знаем факт о Его пришествии, но Господь хочет, чтобы мы знали и некоторые подробности о Нем. И первое, что Павел в своем первом послании, которое он написал верующим Фессалонии, как говорит, это о тех, которые уже ушли в вечность, то есть умерли до Его пришествия как будет с теми, которые умерли до пришествия Иисуса Христа. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении о уснувших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды, так в подлиннике уснувших, а не умерших. Также следует перевести и в 14 стихе, «Ибо если мы веруем, что Христос умер и воскрес, то и уснувших в Иисусе Бог приведет с ним». Также следует перевести слово «умерших» словом «уснувших» в 15 стихе. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим уснувших». В Библии слово «уснувший» относится к телу умершего человека, а не к душе или к духу. Некоторые учат о смерти, как о усыплении души, это ложное учение. Когда в Библии говорится о смерти, как о сне, то всегда имеется в виду тело, а не душа. Так, например, сказано в книге пророка Даниила в 12 главе. Слушайте. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Тело умершего – это все, что спит в прахе земли. Как ложно учат некоторые, что когда хоронится человек, то и дух, и душа, и тело похоронены. Не мудрено, что они скорбят без всякого утешения. Они не имеют надежды. Сказано, что когда распинали сына Божия, то гробы отверзлись, и многие тела усопших, то есть уснувших, святых воскресли. И сам Иисус, говоря о умершем Лазаре, сказал своим ученикам, «Лазарь, друг наш, уснул» но я иду разбудить его». И дальше сказано, «Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном». Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер». Апостол Павел в своем послании к Коринфянам тоже говорит о смерти, как о сне. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из уснувших». И в 51 стихе «Говорю вам тайну, не все мы уснем, но все изменимся». Так в греческом подлиннике. И когда побили камнями первомученика Стефана, то сказано, «И, преклонив колено, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил, то есть уснул». Итак, когда Библия говорит о смерти, как о сне, то это относится к телу умершего. Ни душа, ни дух больше не остаются в мертвом теле, был ли умерший верующим или нет. В момент, когда смерть прикасается к телу спасенного, возрожденного человека, его дух и душа моментально идут в присутствии Господа Иисуса Христа на небо. Как ясно об этом говорит апостол Павел, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа о возлюбленный, придет чудный день, когда эти тленные тела наши, будь они в земле или в глубине морской, или где бы его останки не находились, воскреснут в нетлении. Эти наши новые тела будут носить образ небесный. Знаем только, говорит апостол Иоанн, когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть». Это и есть наше блаженное упование, явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Но если ты не спасен, мой дорогой друг, и если смерть тебя постигнет в твоем невозрожденном состоянии, то я должен тебе сказать, что ты погибнешь. Ты будешь брошен в озеро огненное, горящее серою, где будешь мучиться день и ночь во веки веков. Христос сказал, ибо наступает время, в которой все, находящиеся в гробах, услышат гласы на Божия и изыдут, творившие добро в воскресенье жизни, а делавшие зло... Воскресенье осуждение. Мой друг, тебе не избегнуть Божьего суда, ибо человеком положено однажды умереть, а потом суд, так говорит Слово Божие. А если ты примешь сейчас Его спасение, которое Он совершил для тебя, то ты осужден не будешь. Христос на кресте принял на себя суд за твой и мой грех, и потому суд над грехом разрешен раз и навсегда для верующего в Сына Божия. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Господь возложил на него грехи всех нас, говорит Слово Божье. Мой друг, он готов сегодня стать твоим спасителем и снять с тебя вину и последствия греха. Ты можешь стать новым творением сейчас. Древний пройдет, и все станет новое. Какая это благодать, какой дивный, ни с чем не сравнимый дар, что сам Иисус Христос сделался Твоей праведностью и освящением и искуплением. Слава и благодарность Ему. Как можешь Ты отказать такой дар? Как думаешь Ты избежать праведный суд Божий, пренебрегший такое спасение? Мой друг, Ты без извинения. Если Ты сейчас откроешь сердце Твое Спасителю, то Он войдет и спасет Тебя. Ты спрашиваешь, как это возможно? Проси, чтобы Господь тебе спас, и тогда ты увидишь, и ты об одном только будешь сожалеть, что ты его раньше не принял. Призови имя Его, и спасен будешь. Пусть тебе сам Господь поможет это сделать сейчас. Аминь.